Фирма Monolith разработала продолжение игры Duke Nukem 3D под названием Blood. Сюжет игры таков. Главному герою предстоит стать на время одним из четырех избранных жрецов каббалистического культа. Культа, посвященного страшному и ужасному Чернобогу. По неизвестным причинам вас сильно обидели тем, что убили и похоронили на кладбище около церквушки. Ваша задача, как обычно, вспомнить все, а заодно и расправиться с тремя бывшими братьями, и затем дойти до Чернобога. Вам предстоит помериться силами с поклонниками культа, зомби, гончими ада и прочими антигероями из длинного списка злодеев. Используй то, что под рукой, и не ищи себе другого. Этот девиз фирма-разработчик успешно воплотила в игре Blood. Набор оружия в ней весьма разнообразен. Вилы, сигнальный пистолет, обрез, огнемет и еще многое другое. Все оружие имеет как прямое применение, так и альтернативное. Например, иногда, найдя определенный призовой бонус, вы можете стрелять и кромсать с обеих рук.